Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Dying Light 2 Stay Human, мы на крыше, и смотрите, нам опять этот рубрикатор-фабрикатор показывает, что где-то здесь есть вот эти вот штуки на букву П. А, но мы на крыше этого здания, в которое мы в конце прошлой серии пытались проникнуть. Обнаружен контейнер с ингибиторами. И где он? Знаете, что самое смешное? Что вот здесь на крыше, есть люк. Вот он. Но он не открывается. Понимаете? Close for transport. Вот где он, этот ингибитор, может быть? Как вы думаете? Так, 19:10 уже время. 20:19:18. Может быть, вот здесь? Обнаружен контейнер с ингибиторами. Так. Ну-ка. Надо ж набраться опыта, правильно? В лутании подобных вот мест. Но нет. Здесь нет тоже. 14 метров. И что, и где он? Ладно, у нас там навыки были. Давайте разбираться, что у нас тут есть. Это. Не теряйте скорость при падении, сократите полученный от него урон. А, ну это вот то, о чем мы как-то с вами говорили, помните? Как в этом, в Mirror's Edge. Ускоряйтесь, преодолевая сложные препятствия, спуски, доски, трубы, отверстия в стенах. Это... Можем? Вот это я понимаю. Отталкиваясь от препятствий. Нажмите ЛБ. Ну, интересно, конечно. Как это все будет? Куда? Вот это... Ну, допустим. И что, я здесь... Обнаружен контейнер с ингибиторами. И что, и где он? Это здание полностью закрыто. Так, други мои сердечные. Тем временем наступает ночь. Вот. Наш иммунитет начинает снижаться. Давайте посмотрим по карте, где здесь есть темные места. Что тут у нас под носом есть где-нибудь темное место? Вот это. Так, замечательно. Ну, пойдемте. Гибнуть смертью храбрых. Так. Приземлились, отлично. Все? Эти деятели вышли? Видали, как мы прыгнули? Так, там ветряк был. Хорошо. Здесь, что ли? Опять ветряк? Ну, я думаю, мы сделаем это. Самое главное, чтобы у нас с вами выносливости хватило, правда же? И мы все с вами сделаем. Что здесь? Угу. Ну это ладно, это мелочи. Мы все равно здесь выносливость не тратим. Я пытаюсь понять, что и как. Хорошо, тихо, 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 Эйден. Ага. Не, нормально. Это было несложно, в принципе. У нас есть безопасная зона. И мы сейчас пойдем в неизведанное место. Это пропускаем. Правильно? Ветряк клен. Так. Ага. А где это место, которое нам надо? Я что-то не...
Так мы его открыли? Ёлки-палки, ну как так? Ну, а здесь что? Центр изучения. Хм. Тут. Темное пространство, источник трофеев. А что там вот? Шанс находки чего? Источник трофеев. Шанс находки, опять же, что это? В дневное время. Даже не знаю. Давайте попробуем, что. Но прежде, мы по тросу спустимся в безопасную зону. Нам нужно нашу иммунку подлатать. Эйден, хорош ныть, а. 124 метра. Так. Ну, насколько я понимаю, там, в принципе, ничего и не будет, да? Ну, может быть, там будут грибы. Где это место прекрасное? Это как в Mirror's Edge. Так, ну, вот оно, насколько я понял. Так, родной, мне сейчас не до тебя. Там всякие бегуны. Липуны. Да. Погоня? Какая погоня? Не-н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 е. Мы так не договаривались. Мы так не договаривались. Ну чё, я не ушел? Давай, Эйден. Хо-хо. Они не отстали от меня? Так. А где безопасная зона? Мне кто-нибудь скажет? Нормально. Я что-то бегу. Безопасную зону, срочно. А где она? Я что-то думал, что я в курсе того, где она. Но я прям бегу по самым опасным местам. Уже уровень второй погоня. Так, вот что-то есть вон вроде. Но ХП у меня, естественно, нету. Меня еще не убили или уже? Я не знаю, как в эти места залазить. Знаете, что меня больше всего бесит? Что на карте почему-то никак безопасные зоны особо не подсвечены. 50 метров. 30 метров. Ну что, он меня убил, нет? О, мы прибежали. Все. Здравствуйте, о, какая погоня.
Погоня закончилась. Неплохо. Остается только открытым вопрос. Мне каким образом в эти вот заведения залазить? Которые темные места. Это крайне сложно. И насколько стоит вообще потраченного времени? Вернее, насколько, да, заслуживает эти места потраченного времени, ХП. Не знаю, короче, посмотрим, стоит ли оно того вообще. Но с другой стороны. Кто сказал, что туда надо обязательно идти ночью? Да, там есть зомби, чу. Давайте днем попробуем. Так. Так, господа, идите лесом. Рядом контейнер с ингибиторами. Здесь что-нибудь открывается? Давай. Отдыхай. Разобрались прекрасно. Посмотрим. Рядом контейнер с ингибиторами. Угу. Отдыхай. Ты самое слабое звено. Прощай. Так. Знаете, что мне непонятно? Каким образом сюда можно попасть? Ой, господи, пока он вытащит оружие. Так, иди гуляй. Вообще не вариант. Да. Так, уходим отсюда нафиг. Нужно каким-то образом сюда попасть. И еще при этом выжить. Так, я хочу это убрать. Обзор. Так. Как это убрать отсюда? Обычный метательный предмет. Ну, так, и так, почему я не могу это убрать? Вот так. Ну, давай сюда. Вот так. Вот так. А это мы переместим вот сюда. Вот так. Так, теперь. А меня интересует мое оружие. Меня интересует мое оружие. Что это? Это у нас идет вот сюда. Хорошо. 18 урон. Пусть будет здесь. Ага, теперь оно пойдет сюда. И теперь выбираем ячейку и потом в нее вставляем оружие. Вот сюда пойдет. Теперь. Отлично. Модификации. Прекрасно.
Редкая одноручная дубина здесь. Ничего нету. Хорошо. Расходники. Сколько у меня их? 4. Это что? Плюс 80% к иммунке. Ну, это такое себе. Необычный расходник, да? Ремесло, что у нас? А ничего у нас, меда нету. Ладно. Так, свалить все в туман. Эти люди вообще что хотят? Поэтому мы тоже выживем. По правде говоря, тогда были огромные стада бизонов. Но мы же выживем. Хорошо. Так, господа, до свидания. Да, когда спим, хилка восстанавливается. Хорошо, пойдемте Марию искать, по сюжету пойдем. О, видали? Вот опять. Здесь. А, ну вот здесь, наверное, он. Вот в этом здании, которое нам с вами не дается. Да и не дастся, потому что непонятно, как туда попадать. Но ничего, хотят сказать, что вообще что ли нельзя попасть днем? Ну так не может же быть. Здесь. Какие-то очень странные способы попасть, если честно. 15 метров. Хорошо, где? Здесь. Вот оно, правильно? Ну-ка. Может, здесь? Ну вот он. И что мне с ним делать? Люк не открывается. Ай-яй-яй-яй, извините, там ток. Может, здесь вход? Так. Я все думал, что мне удастся аккуратно. Нет, не удается вообще. Не получается. Они не дают. Ну, думаешь, без шума. Ну, короче... Здесь совершенно не критично днем создавать шум. Нормально. Итак. Что здесь? Так. Искусно одноручный молот. Прекрасно. Взлом. То есть... А, контейнер с ингибитором не всегда ключом открывается. Ключ может дать доступ к самому контейнеру, но... Ломать надо. Это нормально, да, уровень взлома? Да, нормально уровень взлома. Чё тут? Так, здесь нету контейнера с ингибиторами? Ну как нет, это что такое? Вы нашли лекарство. Подождите. А где контейнер с ингибиторами? 18, 17. А мы что тогда открыли ключом в ВГМ? Я не понимаю. Ну-ка. И что, и где он? Я вообще не понимаю, как эти контейнеры искать. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Где он? Нет, ну если бы я зашел, она бы мне сказала.
Вон он, 9 метров, все, нашел я его. Это что? Метательное копье? Интересно. Так, ладно. Что здесь у нас? Вот они мы. Тут никого нету. Хорошо. Давай. Никак. Здесь ключ. ВГМ не срабатывает? Что-то я не пойму. Целый квест. Может здесь? Нет. Эти контейнеры, вот эти, они никак между собой не связаны. Тоже нет. Вот так, так будет лучше. Нет, ну и что дальше-то? Как это все открыть? Это тонкая работа. Я не понимаю, здесь... Ой, да ладно. Нету нигде замка. Ты хочешь его открыть или нет? Ну это очень странно. Что надо делать? В кого кинуть? Узнаем, что внутри, когда ты его откроешь, идиот. А бросок состоялся, только... Почему так долго? Я не понимаю, как сюда залезть. Сюда вообще подойти ни с какой стороны нельзя. То есть нету входа. Я очень сильно сомневаюсь, что это взрывать надо. Берем добычу и сваливаем отсюда. Еще секунду. Ты что делать? Ты повторяешь, это в сотый раз. Это двигается? Нет, это не двигается. Что еще тут, как шо? Крыша закрыта. Ну залезли, допустим, и что? Обнаружен контейнер с ингибиторами. Я в курсе, да. Может этот чувак как-то поможет, но нет. Это смешно, правда? Ну сколько вот здесь можно тусить? Давай. Ну сколько еще вот тут можно гулять вокруг этого контейнера? Он не открывается. Каким-то, наверное, хитрым способом открывается. Я никакого другого объяснения этому найти не могу. Вот и все. Ну, не знаю я. Где это находится? Давайте хоть посмотрим. Ну, вот он контейнер. Вот она цель, кстати. Что нам дадут, если мы отыщем Майю? Две ромашки. Ну, замечательно. И все-таки это вот это как-то странно. Игра никаких подсказок нам не дает. Это тонкая работа. Это двигается? Нет, здесь вообще ничего не двигается. Они ж не хотят сказать, что здесь что-то взрывать надо. Правильно? Да тут ничего и не взорвешь.
Нет, 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 нет. Вообще никак. О, грибочки. Вот на нем зеленая лампа. Зеленая лампа — это наш ориентир. Хорошо. Ориентир на что? Короче. Бред какой-то. Че, пойдемте этих побьем? Не-не-не. Паучи. Ой, сучонок. А с какого перепуга, от того, что он меня толкает, у меня ХП уменьшается? Знал, что у тебя не получится. Мне будет не смешно. Ага. Вот и все. Бандиты побеждены. Замечательно. И опять встает вопрос, стоит ли на них тратить ресурсы, ХП в частности. Как ты хотел, я не понимаю. Ты меня ударил. Взлом нормальный. Где у нас там инженерия? Ремесло, точнее. Так. И создадим еще. И еще две. Отлично. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну чё такое, а так если? О, нормал дыкерды. И что здесь? Шейная гетра. Давайте посмотрим, что за шейная гетра. Что это? Шейная гетра. Минус 2.3, до свидания. Это мне не нужно. Так, ну-ка. Это что такое шейная гетра? Это... Так. Вот и все. Не хочу никакую гетру брать. Длительность чутья выжившего. И я вот эту вот возьму. Вот это будет куда лучше. Так, и давайте посмотрим, что здесь. Так. Урон, стрелковое оружие. Ну, это типа уровень выше, пусть будет. Но у нас стрелкового оружия все равно нету. Смотрим, что здесь есть. Скорость ухудшения. Не, это там мы убираем. Конечно, нам это не надо совершенно. Это бред. А это? Урон 2, пэк оружия, очки опыта. Плюс 1%. Ну хорошо, пусть будут, допустим. А что с кроссовками не так? Мы же их выбрали вроде. А, еще есть. Не, ну тут больше характеристик, урон. Да-да-да-да-да, мне нравятся наши красари. Пойдемте. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Обнаружен очередной контейнер с очередными ингибиторами. И где они? Так. Ну-ка. 26 метров. Что там, через крышу залазить надо? Обнаружен контейнер с ингибиторами. Угу. Ну, давайте сейчас посмотрим. Угу. Давай. Лезь, Эйден. Хорошо. Отыщите Майю. Это вот интересно. Тоже где-то спряталась. Что здесь? Мыло, тряпки.
Она не говорит, что вы вошли в этот... Чего? О, настоящий сральник. Чего? Так. Ну, хорош. Так. Это что? Водка, перья, кожа. Он что-то не похож он на контейнер с ингибиторами. Сигареты. Да, сейчас я сниму вот эту вот с карты метку. Где она там? Здесь она была или где? Вот это я сниму сейчас. Вот так. А то бесит она. Ингибиторы. Ну и где эти ингибиторы? Да выйди! То есть здесь где-то есть еще первый этаж, правильно? Или вот здесь я его не увидел? Здесь мы все увидели. И здесь мы все увидели. А, нет, не все. Так, хорошо. Так, давай. А почему она не сказала нам, что вы пошли, как она говорит, вошли в помещение с ингибитором? Легендарный расходник 2, усилитель иммунитета, хорошо. Уникальные перчатки. Давайте посмотрим, что за уникальные перчатки. Так, и что здесь? Скорость ухудшения иммунитета. Нет, сопротивляемость урона, очки опыта боя. Ну, нет. Нет, 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 нет. Вот это пока будем носить. Не вижу я в них особого смысла. Так. А вот и Майя. Эй, дети, вы не знаете женщину по имени Майя? Чего смешного? Майя не женщина, она обычная девчонка. Так это ты пыталась продать Хуберту оружие миротворца? Да, но этот козел не захотел брать. Разорался и погнался за мной. Ничего себе. Ну-ка. Как тебе попало оружие миротворца? Это наша общая находка. Мы тут зависали, ну и наткнулись на трупак. Тут такое часто. Мертвее не бывает. Мы обыскали его. И я взяла себе эти штуковины, потому что подумала, что за них могут неплохо заплатить. Трупак. Майя, мне нужно это оружие. Это очень важно. Ты хочешь, чтобы я просто так отдала тебе эту хреновину? Ты спятил? Эта хреновина называется Лазарь, и она принадлежала очень важному миротворцу. Если ее не вернуть, начнется война. Помоги нам найти убийцу. Ладно. Отдам я тебе эту дурацкую штуку. Но за 500. Допустим. А торговаться это как? Допустим так. 500? Сбрендила. И вообще, зачем тебе столько денег? Ты с луны свалился? У нас не хватает воды, а вода стоит денег. Майя, эта штука очень опасна. Хочешь попасть в лапы миротворцам? Отдай ее мне. Хорошо. Все равно никто бы не купил. Еще и порезалась о них. Ну-ка. Кастеты Лазаря? То это да. Отчитайтесь перед Айтором. Слушайте, ну это странно, конечно, очень. Я думал... Папа говорил, лучше 10 грамм торговли, чем 2 тонны работы. Ну, торговля это тоже работа, Майя. Папа твой, я думаю, знает об этом. Угу. Хакон, Лазарь у меня.
Отлично, отнеси Айтеру. Классный подарок на день рождения. Хотя и понятия не имею, когда этот козел родился. Буду ждать у станции метро. Ладно. Хорошо, допустим. А где тут это? Я уже и не помню. А, вот отсюда я вылез, вот, точно. Чё там? Так. Эйден, хорош, а? Не туда вышел я, да? А здесь ничего больше и нету. Ладно. Хорошо. Сколько до туда бежать? И все-таки вот здесь. Вот-вот-вот-вот. Вот эта штука вот здесь. Я в курсе, что здесь есть контейнер с ингибиторами. Понять бы, что еще и где он. Будет вообще замечательно. ВГМ аномалии. Вот как это, а? Вагончик, к которому не подступиться. Или только надо аномалию победить? Да. Погнали, Эйден. Серьезно, блин? Вы только поглядите. Мы очень отчаянные, поэтому сперва по улице. Давай, Эйден, беги. А чё ты сейчас не воспользовался отталкиванием? Я ж нажал, Эйден. Ну ты меня подводишь, Эйден. Вот так. О! Безопасная зона. Это что? Веревочка. Сколько там бежать до? А, 144 метра. Мы уже пришли туда практически. Конечно. Так же, как и я. Что такое? Почему мы не пролазим? Пчелы есть? Пчел нет. Неизвестная зона. В наши дни больше людей сами накладывают на себя руки, чем умирают от вируса. Это что? А, это спуск. Угу. Осваиваем город, друзья, осваиваем. Ну давай, Эйден. Покажи свой паркурный класс. Что-то... Стоп. Это же крыша. А на крыше должны быть пчелки. Мейн терминал. Мейн метро, видите? Эйден, ты так орешь? Тут машины, кстати, не вскрываются, как в первой части. Ну-ка, давайте посмотрим. Вскрываются. Я не могу сказать, какой-то полезный лут. Тряпки там всякие. Тут ничего. Тут. Ну-ка. Ничего. Ладно. Айтор. Мне так это вот. Отчитайтесь перед Айтором. Тут такое вообще. Так, пойдемте. Что там, крафтмастер? У тебя на лице написано. Что-нибудь посоветовать? Расходники. Что это такое? Усилитель устойчивости. Да. Что можем улучшить? Улучшение обучения трофея зараженного. Спасибо.
спасибо. С тобой было здорово иметь дело, дружище. А с тобой вообще нет. Так. У тебя что? Продать. Кое-кто интересовался этим. Да, ну вот отдашь ему. Этому кое-кому. 24 урон. Здесь что у нас? Радиус чуть я выжил. Продаем нафиг, там мне не надо. Не отказываются. Ну вот и замечательно. Так, что у тебя можно купить? Показывай. Что тут? Так, не-не-не, выносливость нет. 1, 3. Техника хулигана, искусный джоггер, редкий джоггер. И что здесь? Скорость ухудшения иммунитета. Ладно. Не забудь, мой магазин, твоя конечная станция. Серьезно? Ну какой ты деловой. Ну какой ты деловой. Как там, Айртон или кто ты там? Так. Ты снова хмуришься. Если не перестанешь, морщины останутся на всю жизнь. Лучше я выглядеть все равно не буду. Исследования показали, что выражение лица... Так, у нас кут-сцена. Пилигрим вернулся. Надеюсь, не с пустыми руками. Нет, Айтор, не с пустыми. Я нашел Лазаря. Да что от меня. Я был прав. Ты смог то, что мы не смогли. Ну и где тот мудак, у которого они были? На Мидпекинг-сквер. Ты же не отпустил его? Это мог быть убийца. Я взял их у девочки. Ей лет 10. Она его не убивала. Нашла на трупе. Стоп, к этому мы еще вернемся. Оставь нас. Интересно. Татуировка на руке похожа на созвездие. Это знаки различия. Когда у нас закончились материалы, татуировки заменили нам погоны. Они показывают нашу иерархию. Как в тюрьме? Тюрьма или армия, все равно. Везде есть иерархия. Согласен. Мне он тесак нужен. Я выполнил работу. Теперь твоя очередь. Пропусти меня в центр. А он не согласится, мне кажется. Не я решаю, когда будет открыт туннель в Сентрал-Лук, Пилигрим. Командование хочет, чтобы я нашел убийцу. Айтер, ты обещал! Успокойся, Пилигрим. Я держу свое слово. Во-первых... Оружка, там я на столе видел. Вот. Айтер, мне нужно в центр, ясно? Ты кого-то ищешь, верно? Я тебе уже говорил. Я хочу попасть в Сентрал-Лук. Там моя жена и дети. И я не могу защитить их, пока нахожусь здесь. Туннель будет открыт, когда я найду убийцу. Это понятно? Ты можешь помочь мне, а можешь подождать, пока я найду его сам. Это было ожидаемо. Я вижу кровь на лезвиях Лазаря. Перед смертью Лукасу удалось ранить убийцу. У него должны быть ужасные раны. Если ты найдешь его, ты поможешь не только мне, но и самому себе. У нас... Ладно. Есть подозреваемые? Командир был убит на базаре. Наверняка кто-то из них. Ну-ка. Жители базара простые люди. Зачем им бросать вам вызов? Вот почему я хочу узнать правду до того, как будет отдан приказ о применении силы. К тому же, внешность бывает обманчива. Это ты к чему? Они хотят от нас избавиться. Они думают, что анархия – ключ к созданию нового мира. Что ж, сейчас кругом одна анархия. Карл лицемер и мошенник, промывающий людям мозги своими хитрыми речами. Он говорит, что все равны, но это чушь. Нельзя быть лидером и равным одновременно. Согласен. Я постараюсь найти убийцу. Прекрасно. Это твой билет в центр. Возвращайся на базар. Да. Мне еще нужно что-то знать? Да, нужно. Но это совершенно секретно. Первому встречному. Никому ни слова. Звучит серьезно. Тот, кто убил Лукаса, забрал маленький трофей. Вырезал татуировку с его мертвой руки. Кто-то надругался над трупом? Это серьезный залет. Именно так. Если парни узнают, что сделали с Лукасом, их не удержать.
и начнется бойня. Я рассказал тебе, потому что если ты найдешь этот трофей, ты найдешь и убийцу Лукаса. Угу. Понял. Прямо сейчас и займусь. Накололи нас знатно. Найдите убийцу Лукаса. Ну а что, это было ожидаемо же, согласитесь. Так, пойдемте еще полазим. Эйден, ты еще жив? Беспокоишься за меня, да? Конечно. У меня большие надежды на тебя, Эйден. Жду тебя снаружи. Ну жди, жди, сейчас приду. Говори о шахматными терминами. Ты здесь, здорово! Айтер хочет, чтобы я нашел убийцу Лукаса. Только тогда он пропустит меня в центр. Я не удивлен. Делаешь для него грязную работу. Неудивительно. Заткнись, а. Он велел мне начать с базара. Я так и думал. Миротворцы и базар ненавидят друг друга. Только двое на базаре что-то решают. Один из них надутый проповедник Карл. Да про него говорил. Это я знаю. А Тор. И еще кто? Софи, его правая рука. Она умеет находить общий язык с самыми непокорными на базаре. Еще есть Лавкач. Он все знает. Софи, о том, Лавкач, кто, Карл. И Джо со своими бандитами. Но не боятся миротворцев. Я поговорю с Софи, а ты дуй к Карлу. Или предпочтешь девушку? Софи? Видишь ли, она не в моем вкусе. И упрямая. Да, боже, сам увидишь. Ой, как меня манят все вот эти вот места. Я хочу сказать, что московско-харанское, какое тут время? Велидорское время 15:21, понимаете? Ну-ка. Ну давай. Так, карта. Это не открыто здесь? Ветряд дуб. Так. Здесь что? Неизвестное место. Давайте попробуем. Штаб фракции. А тут поблизости есть? А, есть. Подожди, стоп, а я где? Я где? А, вот он я. Нет, а туда не пойдем. Туда мы не пойдем. Мы пойдем. Торговец. Да, пойдем вот сюда. Так. Девчушка, что-то с тем-то. Эта территория принадлежит миротворцам. А как отсюда выйти? Или будешь арестован? Как отсюда выйти? Кто помнит, как отсюда выйти? Я не помню, как отсюда выйти. Короче, давай. Парадный вход не для нас. Так. Ну чё, поговорим? Серьезно? Не дайте им уйти! Помогся! Тебе боюсь! Я автобусный боец! Я автобусный боец, у меня есть мачете. Эти стоят, ладно. Нет у меня пока совершенно никакого понимания, насколько вообще оправдано вот с ними со всеми отношения выяснять. Взлом легко. Выяснять отношения с точки зрения лута. Они дают деньги, да, но эти деньги я пока не увидел, на что есть тратить, потому что, ну, шматье, которое предлагается, ну, такое себе. Это нормальный взлом, друзья мои. Нормальный взлом, да. Угу. То есть легкие. Ну, давайте так попробуем. Замечательно. Что здесь есть? Браслет. Электрические детали. И что мне с ними делать, с этими электрическими деталями? Давай. Испытание паркуром? Не буду я ничего испытывать. Узнаем, что внутри, когда ты
там, мальчики и девочки. Похоже, сегодня мы... Я тебя вижу! Сколько их? Ага. И как оно, суки? Хватай этого сранца, блядь! Сейчас мы похилимся. Я вернусь. Так, надо что-то с отхилом делать, потому что... А я не понимаю, почему я не бью. Ага. Сюда иди. От меня не уйти, сучара. Ну-ка. А я блокировать вообще-то пытался. Я учусь блокировать, это нормально. Я отомщу им сейчас. Отомщу, конечно. Вообще, конечно. Ну, понятно, где мы. Угу. Там, в принципе, недалеко. Он не бегает здесь, он здесь шагом ходит. Здесь нельзя бегать, чтобы ширнормассы не страдали. Мне чертовски больно. Если хочешь остаться здесь, расслабься. Как я это сделаю? На меня все смотрят. Кто на тебя смотрит? Кому ты нужен? А, вот дверь. Сто четыре метра. Ну, пойдемте. Мы отомстим. Мы обязательно отомстим им. Эйден, в чем проблема? Почему ты не запрыгнул? А где они? Я не знаю, где они. Я пришел мстить, они убежали, испугались. Они знали, что я вернусь, поэтому соскочили. Ну, понимаете, ценность этого лута, она весьма такая. Там ничего такого нету. Ну-ка. А это что? 40 метров, ну-ка. Идите лесом. Снимем. Кори Элт, ну-ка. Где тут? Ветряк. Эйден, ты оружие постоянно прячешь, ну типа да. Это ближе к реализму. Это как вообще? Что за прикол? Кажется, я связался, парни. Все. Отлично. Показывать они собрались. Ромашка, где мед? Выбираем грибочки. Перья. Мед есть? Есть. Все пригодится. Палка с гвоздями. Что это? Лаванда. Пригодится.
тряпки. Так. Вещи, ремесло. Давайте. Что мы можем? Ну, давайте две сделаем. Хилочки. Что у нас? Где она там это? Видали, какая обилочка у нас шикарная. Так. Это, я так понимаю, вот засюда, чтобы залезть. Ну ладно. Мы должны сделать это, да. А ты вообще кто? А, ну да. Тебя я помню. Хорошо. Ну-ка. То есть они что хотят сказать, что это отсюда надо делать? По всей видимости. Тихо. Так, идем. Эйден. Сделали. Запустить ветряк миротворец. Это мы пропускаем. Отлично, ветряк дуб. Так, что это такое? Это я для этих запустил, да? Для миротворцев. А где сама зона безопасная? Я ее просто не вижу. Так, это миротворцы. Это не она часом? Нет, это не она. Все, вот она, безопасная зона. Правильно? Правильно или нет? 25 метров. Вот. Во! И на этом серию закончим. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.